Сегодня день Валентина. Ваше отношение к этому празднику? Надо ли его отмечать возводяне или нет? Что вы думаете по этому поводу? Почему нет? Конечно, надо. Это очень приятно. Ну, вот идешь, например, видишь, как молодежь идет и смотрит. Друг другу дарит подарки, сердечки, цветочки. Приятно. Сегодня, например, ехала в метро, там все такие угрюмые, хмурые стоят. И парнишка стоит и держит в руках розочку. Так приятно. Получать цветы приятно. Приятно получать подарки. Почему нет? Это не наш праздник, это не у наших традиций. А что в наших традициях? А что в наших традициях? Ну, у нас есть свои праздники, русские. Это праздник, пришедший с Запада, почему мы должны его отмечать. Понятно, спасибо. А любить надо каждый день друг друга. Я считаю, что главное в отношениях – это идти на компромисс и все время соглашаться со своим партнером, потому что он ничего плохого не посоветует. Да, она соглашается прям сильно, сильно соглашается, да-да-да. Я рад за вас, спасибо. Спасибо вам. Что тут такого есть плохого? Очень хороший. Люди друг друга объясняют по любви, что они друг друга любят. Ничего хорошего. Все хорошего. Ничего плохого нету. Наверное, положительное, потому что еще один лишний день, когда можно сказать, ну, наверное, по поводу о любви, это замечательно. Что еще? О любви говорить желательно всегда, но когда существует такой прекрасный день, наверное, это здорово. Положительно. Я даже рада, что наша молодежь отмечает такой праздник. Хотя и по азербайджанскому этот день влюбленных у нас в июне, по-моему, 30 июня. В это время никто не отмечает, а именно вот 14 февраля все отмечают этот праздник. Рада, да, что молодежь все-таки это делает. Ничего хорошего не думаю об этом поводу, потому что неизвестно, кем был этот человек, неизвестно, что он пропагандировал, для чего и для кого пропагандировал. А люди вслепую просто думают, что это какой-то день, не знаю, влюбленных и так далее и тому подобное. Соответственно, надо сначала в корень посмотреть, что, откуда исходит это все, чтобы понять, кто, для чего, почему. Любовь, она есть всегда, она не в один день, не в один месяц, не в один год. Очень положительно. Чем вы пославливаете? Ну, не знаю даже. Расположительно. Считаете, что надо отмечать в Азербайджане? Да, конечно. Вот я слышу, что в исламе как бы не отмечают этот праздник, но по мне так ничего такого плохого нет в этом. Во-первых, надо знать историю. Я слышал много версий, что есть типа был такой, который однополые браки, как говорится, крестил. Был такой человек, который просто... Как говорится, если не разрешались родители, он втайне женил молодых. То есть версий очень много. Если человек служит благому делу, хорошему делу, то это, естественно, как говорится, живет, как говорится, в воспоминаниях, он живет в песнях, он живет, как говорится, в словах, о нем вспоминают, о нем говорят. А вообще отношение именно как к празднику, я могу сказать, что... Каждый день должен быть как сегодня. Каждый день должен быть как и 8 марта. Каждый день должен быть как и 9 мая, как говорится. Каждый день должен быть... То есть праздники надо устраивать самому себе. Каждый человек должен сам себе устраивать, уметь устроить праздник. Наше поколение этот праздник не справляли в наше время. Но в наше время много ничего не было. Я тоже примерно вашего возраста. Не знаю я этот праздник. Я только Новрус признаю свой праздник. Хорошо, спасибо. А Валентина, нет, это не для нас. Да. Любви все возрасты покорны. Нет, не то, что для возраста. Причем здесь возраст? Я считаю, что это не мусульманский праздник. А 8 марта разве праздник мусульманский? Ну, это 8 Новый марта, год. Это было это очень давно. Это было до этого, до Валентина. Да. Не так?
Так. Вот. Месть, это женский праздник. Мы солидарны с женщинами. Спасибо, удачи. Вам тоже. Негативное. И полностью я уверен в том, что говорю, это негативное, не то, что вот азербайджанец или мусульмане. Нет, не имеет значения. Эти те вещи, которые в загранке изжеваны жевательные резинки, которые они сплюнули, а мы поднимаем и живем дальше. Это нам не присуще. Ну, все равно это кому-то приятно, дай бог. Влюбленные пусть друг другу делают жесты, и мужчина женщине дарит очередной повод расцеловать ее. Правильно? Вот это я поддерживаю. Пусть он каждый день будет. А вот так, что пришло сюда, там, Хэллоуин или там, не знаю. Я не консервативный мусульманин, бакинец, нормальный человек. Но это все... Почему-то у нас нету своих нормальных национальных праздников или там обрядов, что-то такое. Ну, Валентин, да, дай бог, дай бог. Valla, ben de düşünürüm ki sevenler hiç vakit ayrılmasınlar, birbirlerinde başa düşsünler. Çok sağ ol, çok sağ ol. Adam oldun sen diye. Последние годы, да, вот это стало популярным, особенно среди молодых. Но это новое, да, наши молодые всегда любят новое что-то, даже не вникая в суть, что это, откуда это, почему, для чего. Я человек такой, что ко всему подхожу с разумом, поэтому... Советую, чтобы и вот молодые тоже придерживались этого. Вот, пускай немножко изучат, что это, откуда это, кто это придумал, зачем придумал. День Святого Валентина, это прекрасно. Вот кругом все влюбленные ходят, все под ручку друг друга поздравляют. Есть романтика в атмосфере, очень приятно, но у меня отношения, я очень уважительно отношусь, когда праздник, очень все приятно, но я мусульманка, верующая, и в моей религии этого дня нету, поэтому я не праздную этот день. Ну, люди, которые празднуют, очень приятно смотреть, очень все красиво смотрится. Романтика, молодежь, любовь – это всегда прекрасно. Я за этого дня, но в моей религии этого нет, и я это просто не праздную этот день. Спасибо всем, спасибо, что понимаете меня. Я не отмечаю День Валентина, я отмечаю 8 марта. Все. А ваши любимые вас не поздравляют в этот день? Любимые? Ну, ваша жена, ваша супруга? Нет. Нет, я даже не жду такого поздравления. Хотелось бы еще добавить то, что надо иметь какой-то фильтр. Нельзя все пропускать. То есть надо смотреть, что это. Есть в Европе хорошие традиции, хорошие отношения, какие-то социальные рецепты, которые нужно брать, я согласен. Но не все. Там есть и плохое, надо иметь фильтр какой-то. Надо все это проанализировать, потом брать. То есть не надо все как попало, это неправильно. Наша культура уходит. В принципе, хорошее. То есть ничего плохого к этому дню не имею. То есть один раз, можно сказать, я встречал со своей второй половинкой, это было 2 года назад. К сожалению, после этого мы расстались. Ну, а так, в принципе, очень хороший день, очень позитивный и очень позитивный настрой. Ну, нашли это праздник в Азербайджане его? Стоит отмечать? Да, да, это стоит отмечать на самом деле везде. Потому что, на самом деле, вот, если люди любят друг друга, они могут проявить чувства. То есть те, кто боялся кому-то признаться в любви или в своих чувствах, он может сделать это в этот день. Это будет романтично. Это будет больше, более магия будет, что ли, в этом дне. Присутствует какая-то таинственная магия, которая помогает людям признаться в своих чувствах.
Чем прославливается? Цветы дарят. А вы что подарили мужу? Заботу и любовь, как всегда. Хорошо. Спасибо, удачи вам. Еще приезжайте в Баку. Спасибо. Я не против, честно говоря, это приятный день, когда у тебя есть человек, с кем его можно провести. Вы сделали подарок своему молодому человеку сегодня? Жаль, у меня нету. Нету, да? Нет. Ну, дай Бог будет. Спасибо. Пожалуйста. Праздник очень хороший. Я считаю, что это очень приятный день, когда люди объединяются, именно парочки. Я рад за этот праздник. Просто у меня парочки нет, но все-таки да. Я рад за них. Дай Бог мне будет. Мне кажется, лучше правильно учиться. Учиться. Да. Учиться, совмещая с парами, это вообще шикарно. Но лучше учиться. Спасибо.